А 4 ноября наша страна отметит День народного единства. Праздник был учрежден в 2005 году в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение во главе с земским старостой Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским освободило Москву от польских интервентов. С изгнанием поляков из Кремля завершился долгий период смутного времени в России. 4 ноября по всей России пройдут праздничные мероприятия. В 10 часов утра на Театральной площади города Славянска на Кубани состоится митинг, посвященный Дню народного единства. С 10 часов 30 минут все желающие могут посетить районный фестиваль национальных культур «Венок дружбы», который будет проходить в городском доме культуры. Представители разных национальностей, проживающих в районе, общественных объединений, районного казачьего общества ждут гостей на своих площадках и выставке в фойе дома культуры. Здесь пройдут мастер-классы, презентации народных костюмов. В 11 часов в Большом зале городского дома культуры состоится праздничный концерт, подготовленный творческими коллективами района. Приглашаем отпраздновать День народного единства всем вместе!